После этого мы отправились в путь и решили продолжить дорожные обзоры наших машин. Я начал с рассказа о салоне Астон Мартина. Начну с плюсов. Астон Мартин перепрограммировал всю мерсовскую электронику, так что предупреждающие сигналы теперь звучат менее по-немецки. Например, если вы не пристегнулись, вы услышите тактичное покашливание вместо оглушительного клаксона и крика «Ахтунг!». К минусам я отнесу все остальное. Центральная консоль приборной панели больше похожа на, как бы это помягче, на женские причиндалы. Обивка двери просто омерзительна. Она скорее напоминает кухонную столешницу в доме футболиста. Это факт. И это расстраивает, потому что в остальном Астон проделал прекрасную работу с этой машиной. Я был восхищен тем, как она проявила себя вчера на треке. Но они перечеркнули все это этим ужасным салоном. А вот Хэнк Джей Хаммонбергер в своем Хелките не обращал никакого внимания на качество приборов и сборки. Он был слишком увлечен игрушками. Ух ты, посмотрите. Таймеры, указатели. На своем дисплее я могу увидеть силу перегрузки, тормозной путь, время реакции, таймер на четверть мили, таймер на 1/8 мили, историю прохождения круга. Это круто! Неуместная чепуха. Чепуха. Я только что увидел свой средний расход. И сколько? 35. 35 литров на 100 километров? У него просто здоровый аппетит. Сколько литров потребляет твой Rolls-Royce, Джеймс Мэй? 16 литров на сотню за последние 48 часов. У меня 11 литров на 100 километров. Это потому, что он скучный и бурый. О, нет. И на этом наш дорожный обзор закончился, и начался очередной день имени надоедливого Хаммонда. Она оранжевая! Мы с вами на очередной заправке. Она нужна не мне, а угадайте кому. Эта машина идеально подходит орнитологам. Здесь так тихо, что я слышу пение птиц. Привет, Джеймс. Да чтоб тебя. Кнопка веселья. Хватит это делать. Прекрати. Исчезни. Я начинаю волноваться за психическое состояние старшего инспектора Дрейфуса. И много нервных миль спустя мы достигли следующей остановки нашего гранд-тура. Регион вокруг города Модена, откуда родом три величайших мировых автопроизводителя. И пока Хаммонд решил окунуться в историю Ламборгини... О боже, это чистое зло. Мы с Джеймсом отправились на поиски прощального подарка для него. Кажется, двери-ножницы меня заводят. А когда он закончил изображать из себя Брайана Сьюэлла, мы его вручили. Мы заказали его специально для тебя. Потрясающе. Он выполнил в стиле итальянского художника 18 века по имени Помпео Батони, который сколотил себе состояние, рисуя портреты американцев, путешествующих по Европе, и изображая их утонченными, культурными английскими джентльменами. Да, считай это сувениром, который ты привезешь из этой поездки. Спасибо. Только сувениры обычно покупают в конце поездки. Вот именно. Пока Хаммонд пытался запихнуть картину в свою машину для долгой поездки обратно в Англию, мы с Джеймсом в одиночку погрузились в красоты Италии. Бог ты мой, поглядите на этот вид. Мама дорогая. О, да.